Нихера себе моторка, ёпта. Пацаны, вы чё, блин? Я моторку не делал. Это чуваки построили моторку и бросили здесь. Топливо есть? Топливо по нулям. Добыча по нулям. Моторку по-любому надо пригнать будет домой. Это. Ее построить, это компонентов херова туча нужна. А что здесь? Почему он здесь остался? Чувак здесь погиб где-то, у него лут здесь должен быть, значит. А, вот он. Он здесь полег, да. Стиралочку. Сейчас возьму стиралочку. Хороший лут здесь, слушайте. Полезные вещи. Что за звук? Нападение? Нихера себе! Пошли в жопу нахер! Уроды, блин! Угу. Попробуй, попади в меня. Понятно, как погиб челик. Всплыли вот эти уё и мычканули нашего парня. Вот они тут. Индейцы эти, блин. Ну я нормально лутанул. Он леггинсы, рокерсы какие. Рокерские леггинсы лутанули. Ну потом туда сплаваем. Что-то когда там рассосется вся эта заливная рыба. Давайте посмотрим, что на этом острове. Надо поглядеть. Что-то мне кажется, здесь жопа. Сейчас меня убьют здесь. Обнаружено новое место, склад. Клан спасения здесь живет какой-то. Ну хер знает. Сейчас посмотрим, что за клан здесь. Ну что ты не можешь залезть? Ну давай. Не залез. Мне кажется, бой будет. Блин, вещи надо было в лодку сбросить. Это косяк с моей стороны. Здесь, кстати, есть где понырять. Нет? Ух ты. Вот эта штучка меня интересует. Тут бывают вещи крутые. Даже патроны находили в шкафу. Вот ткань. Хорошо. Ваша база под атакой. Черт вас дери, гребаные зомбаки, блин. Так, сбросим лут и пошли. Запас еды. База под атакой, а я лазю здесь в разведке. Ёперный театр. Пока чисто. Ух ты! Части оружия, ребят. Ты смотри. Жрачка, сухпаи. Это военная база, сейчас я здесь могу отхватить. Причем очень жестко, походу. Больно лут классный. Только бегом, 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 бежим, 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 бежим.
Химическое вещество. Ух ты, ну, точно. Следующая серия, наверное, будет посвящена производству, ребят, огнестрела. Пока я сыкаю туда идти, пойду, отнесу вот водку быстренько сейчас. Жрачка не растет тут никакая. Ваша база под атакой. Да знаю я, они меня по дороге. Они плыли, видимо, с этого места. Плыли, атаковали, черти гребаные, блин. Ну, как же быстро в ластах плавает. Это пипец вообще, слушайте. А где моя лодка-то? Так, у меня полный рундук. Все, я больше взять не могу. Ну, лапшу съем еще сейчас, да? Да черт с ним, если там что сломают, отстроимся, малость. Пойдем быстро сбегаем наверх, постараемся не сдохнуть. Если что, убежим. Время 9 утра местное, 10 почти. Вот такие катушки. Что это, мусорка? Что это? Шик и блеск. Особенно вот три электронных компонента, это вообще вещь. А нет никого здесь. Ой. Ой! Сука! Хера себе, блин. А чё не с пулеметом-то, а? Ёперный ты театр. Я со сраным арбалетом. Откуда он вел по мне огонь? Падла. Я его не вижу, не пойму, откуда стреляет. Ты внизу, что ли, сука? Братцы, где он? Где это падла? У меня нету этой с собой штуки полезной. Бинтов нет, во-первых, кровотечение снять. Но тряпки есть в лодке. Ну, вообще класс. Он наверху в элеваторе, что ли? И как я туда залезу? Как это представить можно? Под огнем туда лезть? Не, можно, конечно. Выносливость нужна. Он здесь. Нет, его здесь нет. Сука! Я же не могу зайти. А как зайти-то? Эй, алло. Как? Разрабы я не захожу. Как лечь? Можно лечь? ZXCV. Нихера. В итоге я упал и ушибся. Как-то разрабы глупо, блин, сделано. Там, кстати, лут есть, и серьезно. Я просто не залез туда. Надо думать, как там сделать, чтобы залезть. База здесь здоровая. Ладно, будем считать, разведку провел, отступаем. Сука! Это его разозлило. А там их несколько, ёперный тип. Кровотечение у меня, бинты надо, а нет бинтов у меня, надо срочно их еще вязать еще, если я добегу. Ну я, по крайней мере, сдохну на берегу, они же не прибегут на берег, правильно? Я спокойно сейчас тогда, сейчас я сдохну и прибегу, золотая суетельца. Суки, черти гребаные. Я умираю. Да, кровотечение. Ну, без вариков, блин, я не успею. В воде просто не хочу потом все эти сундуки собирать. Помру на берегу.
Пойдем базу спасать, она под. Я сюда вернусь. Я сделаю себе, блин, гребаный пулемет, блин. Не знаю, с чего вы по мне стреляете, сволочи, блин. Все, я помер? Че, я выжил, что ли? Антибиотики съедим, о! И лапшой подкрепимся. Ну и поплыли. Пока поплывем, жизнь восполнится моя. Подожди, перенырнул. Пошли вы нахер, блин. С этой заливной рыбой с вашей. Да, это место мы изучили. Идем на базу. База у нас флаг красный. Прикольное место, да? Лутанули вообще шикарно. Ну, господи, разведали. Разведали. Два кренделя, оба с ружьем. Очень жестко. В водном мире после всемирного потопа ружье это гром и молния. И оперный театр. И совсем еще не наблюдалось, чтобы у них кончился гром. В данном случае патроны. Сюда надо будет приплыть парочке канистр бензина, да отогнать эту халявную лодку. То братва ее построила, челик погиб, а лодка осталась. А сделать ее ресурсов до хера стоит. Так, у меня 5 литров бензина еще есть. Что здесь за тело плавает? А это противник, ребят. Это противник. Суки.